Милые мультяшные персонажи, добрые герои с далекого детства. Так выглядит вся территория 80-го детского сада. В это сказочное пространство хочется приходить вновь и вновь, что с удовольствием делают дети и взрослые. А вся эта красота принадлежит кисти одного художника, а точнее воспитателя Эльвиры Семчук. Когда я закончила Кобринское художественное училище, я начала подумывать о педагогической деятельности, сразу причем. Меня распределили как художника-оформителя, но через некоторое время получилось так, что я поступила в сейчас называемый университет, это Витебский худграф, закончила его, но заочно, и параллельно я работала в школе с художественным уклоном. Когда я отдавала последнюю свою дочку в сад, меня пригласила заведующая, не хватало педагогов. Она говорит, не хотели вы попробовать. Я попробовала, мне так понравилось. Эльвира Михайловна и раньше работала с детьми, но они были старшего возраста. Малыши буквально покорили ее сердце, но в самом саду явно чего-то не хватало. Вы знаете, я люблю детей воспитать в эстетике красоты. Я пришла в детский сад, и мне очень не понравились такие однотонные стены. Я предложила своей заведующей, а давайте я что-нибудь нарисую. Мне разрешили там нарисовать что-нибудь, там что-то освежить, разнообразить. И вот так вот и получилось такое целое хобби, которое помогает сделать сад красивым. Дальше больше. Совместно с коллегами Эльвира Семенчук решила не просто преображать действительность вокруг, а еще и учить детей через свое творчество. Весь детский сад поделен на условные тематические зоны. Здесь, например, Беловежская пуща с ее редкими животными и птицами. Отсюда ребята смогут узнать о правилах дорожного движения. А здесь указаны права ребенка на жизнь, семью, образование, жилье и так далее. Эта тематическая зона посвящена тысячелетнему Бресту. Кроме того, каждая из зон снабжена вот таким QR-кодом, отсканировав который, можно узнать много интересующей информации по теме. Проект поистине замечательный, но, по словам заведующей детского сада, его еще нигде не презентовали. А зря. Ведь сразу понятно, что в этом детском саду работают настоящие профессионалы, любящие свое дело. Одним из творческих педагогов, профессионализм которого неоднократно был ее уровень отмечен и на районных, и на международных, республиканских семинарах, это является Семенчук Эльвира Михайловна. Семенчук Эльвира Михайловна – это очень творческий человек. Она создает атмосферу тепла, уюта, любви и заботы к детям не только в групповом помещении, где работает, но также и в холлах нашего учреждения. У детей формируется любовь и к малой родине, и большой. Это памятные места нашего города Бреста. С использованием QR-кодов педагоги могут проводить здесь интересные тематические экскурсии. Совместная творческая работа не заканчивается, ведь она дарит радость и самим сотрудникам, и служит отличным примером для других.